Чествование тех, кто преданно служит медицине, состоялось в районном доме культуры в преддверии их профессионального праздника. Мы доверяем, от слова верить, именно вверяем наше самое дорогое, это здоровье, ваши руки. Мы понимаем, какой груз ответственности вы несете. Одним из самых важных и долгожданных моментов стало вручение сертификатов на жилплощадь. В этом году 15 медицинских работников со всего Ленинского района были удостоены особого внимания. Нисе Абдиеву, педиатра Видновской детской поликлиники, в городе знает каждый родитель. Более четверти века она каждый день с улыбкой принимает маленьких пациентов. И вот после 20 лет ожидания переезжает в трехкомнатную квартиру. Впечатление неописуемо после такого долгожданного, как говорится, времени. И наконец-то услышали, увидели. Ну, нет, чувства такие прям, не знаю, нет слов, скажем так. Радость, да, очень большая, конечно. Без внимания в этот день не остался вопрос перспективы дальнейшего развития Видновской районной больницы. Что у нас на сегодняшний день нового и будем развивать, это детская хирургия. Я очень рад, что пришел молодой доктор. Оперирует закрытым способом, лапароскопически, практически все. Дальше делает пластические операции, грыжи пластическими операциями детишкам. Будем развивать детскую травматологию, которая на сегодняшний день очень слаба в округе, в пятом. И, конечно, будем развивать детскую соматику, которых тоже на сегодняшний день у нас она из округов практически самая сильная. Также было отмечено, что в районе появляется много хороших молодых врачей. Активное развитие медицины в регионе привлекает специалистов со всей страны. Мы развиваемся, и повышение качества медицинских услуг – одно из важнейших направлений развития нашего региона. Нам нужно строить, и мы это делаем, новые медицинские учреждения, ремонтируем старые, модернизируем их, наполняем новым оборудованием. В завершении торжественной части состоялся праздничный концерт. На сцене в этот день были как воспитанники творческих студий, так и профессиональные и всеми любимые артисты. Когда нас подводит здоровье, первым делом мы бежим к врачу. А победив недуг, часто забываем сказать простое человеческое спасибо. А ведь работники медицины – это люди, которые идут рядом на протяжении всей нашей жизни. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.